ТикТоке есть одна тиктокерша, она как бы и книжный блогер, тиктокер, буктокер, и просто как бы косметику рассказывает, показывает. Рыжая такая, возможно, знаете, Маша вроде бы зовут, если не ошибаюсь. Она мне очень нравится, я ее частенько так смотрю, и она в своем телеграм-канале посоветовала такие хлопья с медом. Знаете, на море еще продаются такие в рожках слипшиеся вот такие вот зернышки. И она говорит, очень вкусные, можно даже есть без молока, то есть. Вот, и я думаю, ну, если увижу, попробую, возьму. Я вот увидела, беру, потому что мне интересно. Я ей верю лично очень сильно. И по поводу «Голодных игр» книги, что классная книга, я купила. И по поводу хлопьев. Да? Как-то так, но никак иначе. Так что, ребята, мы, может, возможно, ее найдем в ТикТоке и отметим под этим видео, да? Да. Отметим? Да. Она классная, она очень классная. Она прям такая, ну, очень классная. Так что следите за нашим каналом. И будете в курсе всех дел. С медом. Как-то так. А сейчас мы идем на пати, но никак иначе. Да. Кстати, да, мы сейчас идем на пати. Так что потом видео будет следующее про пати.